попали на репетиции коллектива совместно с приглашенным дирижером из Набережных Челнов. Ульяновский оркестр русских народных инструментов выступит под управлением гостя, дирижера Ирика Файзрахманова, выпускника Казанской государственной консерватории. В программе прозвучат лучшие сочинения для оркестра народных инструментов. Произведения Павла Куликова, Виктора Гридина, Александра Цыганкова. Зрители вспомнят Василия Андреева, создателя первого в мире оркестра русских народных инструментов. Не обойдется без премьер. Мы приехали из Республики Татарстан. Мы бы хотели показать свою национальную музыку. Мы сыграем премьеру. Это будет фольклор-сюита, написанная Рафаэлем Белялловым, татарским композитором. И солисткой выступит дамбристка Евгения Файзрахманова из Набережных Челнов. У Ирика Файзрахманова большие творческие планы. В 2019 году он с командой единомышленников с нуля создал в Набережных Челнах оркестр народных инструментов. Уже сегодня коллектив гастролирует и известен в Татарстане и ближайших городах. Ощущаем большую поддержку. В этом году мы выиграли президентский грант Российской Федерации на реализацию одного проекта. И в рамках этого проекта мы с нашим оркестром будем знакомить детей с национальными инструментами, с народным оркестром. Это будут мастер-классы, интерактивные концерты. Гости из Набережных Челнов впервые выступят в нашем городе, но уже после первой репетиции они высоко оценили уровень Ульяновского оркестра русских народных инструментов. Уровень высочайший просто коллектива, оркестра стал таким открытием, Ульяновский оркестр для нас. Конечно, мы знали, что он высокого уровня, но когда ты оказываешься здесь, все это слышишь вживую, очень высокий уровень музыкантов, оркестра. Программа концерта построена в лучших традициях классической народной музыки. Надо сказать, что вообще сама тематика концерта, она посвящена русской душе, русскому оркестру, поэтому получать произведения прежде всего оригинальные, написанные специально для народного оркестра. И также будут, скажем так, премьеры, некоторые сюрпризы. Ульяновские музыканты благодарны приглашенным гостям за новый творческий опыт. Дирижер очень талантлив, молод и достаточно харизматичный. Очень приятно с ним работать. Очень четкие, изысканные и понятные жесты. Эмоционально он нас нагружает. Просто замечательно. Поклонников народной музыки и вокала ждут на концерте в субботу во Дворце творчества детей и молодежи. Сотрудничество двух оркестров будет продолжено. Александр Кудряшов, Валентина Никонова, Улправда ТВ.